Всем приветики! Сегодня я хочу провести прямой эфир. Наконец-то с компьютером наладили отношения, как говорится. У меня не было другого телефона, чтобы розыгрыш провести. И я разыгрываю корень, как я обещала. Корень, он для тех, у кого пол аптечки. То есть можно пол аптечки заменить, половину выкинуть, да? Мы так и сделали, потому что мы пользуемся все время корнем. Кашлянул, на спину мажем, горло полоскаем, если горло болит, если ангина, ухо болит, если отит, гайморит, делаем турундулы и капаем на турунду, то есть ватка, да, и в носик или в ушко. Проходят. Если головные боли, тоже намазываем, проходят головные боли. Здесь есть два масла эфирных и 16 диких трав. Я все читать не буду. Вкратце расскажу, что они убирают воспаление. Видите, смотрите. И этот корень я разыгрываю между своими клиентами, которые у меня находятся в чате клиентском. Узнают все подробные информации, всю про мою жизнь я рассказываю там. Этот корень, он вот такой вот цвет, ну такой, то есть получается, как вот такой вот цвет будет. Его взбалтываешь и потом намазываешь на спину, если ты кашляешь. Потом, если варикоз, тоже можно пользоваться. Если спина болит, суставы болят, артроз, артрит, тоже можно. Воспалительный процесс, если на коже где-то, да, по всему телу, если в любом месте, если болячки, тоже можно намазать и уйдет. И знаете, еще когда температура. Температура, намазываешь на ребенка, проходит. И еще мы, знаете, как делаем? А, на пятки мы мажем. На пятки намазал, на спину намазал, на грудь чуть-чуть намазал, пошел, пока руки помыл, все, уже ребенок не кашляет и всю ночь спит. И сегодня я хочу разыграть, у меня 9 человек только поставили плюсики. И с разных стран, это Россия, Киргизия, потом Казахстан. Вот, 3 страны играют у меня сегодня, 9 человек в розыгрыше. Кто выиграет, я сейчас скажу. Сейчас я включу. Так, и еще получается, если вы будете, если хотите играть, ну, ой, играть, говорю, если хотите работать онлайн, зарабатывать, то тоже можно зарабатывать. Смотрите, я уже приготовила генератор случайных чисел. Набрала. Здесь набрала минимум 1, максимум 9. Потому что вот у меня здесь 8 человек, тут 1. Получается, крайний, последний, имени я не знаю, только номер написала. Вот видите, вот эта вот пятерка, это просто цифра. Получается, мы сейчас нажмем здесь на сгенерировать просто попытку, да, попробуем, а потом уже кто второй раз, когда нажму, уже выиграет человек. Так, раз, два, три, пошли. Поехали, то есть. Так, это уже как пробное, да, было 2. Теперь мы уже будем нажимать, и когда циферка здесь выйдет, любая цифра, это уже выигрыш. Так, получается цифра 3. Кто же цифра 3? Асия, Кыргызстан. О, Асия, поздравляю вас! В Киргизию буду отправлять корень бальзам широкого спектра действия. Этот корень, он действительно корень. Сейчас, подождите, я сейчас вам покажу его. Открою и сзади прочитаю, что же за корень. Убирает все воспалительные процессы. Как бы сейчас он на компьютер не разлился. Вот, смотрите, девчонки. Есть камфора, масло эвкалипта, пихтовое масло, чебрец. Чебрец, он оказывает выраженное бактериальное, противовоспалительное, противогрибковое действие.
Дони, Карадуба, Хмель, Дягиль, Мать и Мачеха, Бадан, Зверобой, Чага, Пион. Крапива есть, лапчатка есть, солянка холмовая, холмовая. С русским языком проблемы у меня. Так, крапива насыщает кожу витаминами, обладает общеукрепляющими рассасывающими свойствами. Девчонки, так что если вам нужно, если у вас детки маленькие, так что давайте, кто может в школу ходит, да, дети, очень важно иметь такой корень. Вы знаете, я как купила этот корень, все, я уже на самом деле выкинула пол аптечки. Почему? Потому что у меня уже он, срок действия уже прошел, и поэтому я их выкинула. И, девчонки, на самом деле он помогает. И у меня, например, раньше отит был, когда маленькая была. Я в ухо турундулу делала, и у меня перестали боли. То есть, когда, например, горло болит, уже не так болит ухо. И это больное ухо, оно как бы влияет же на правое, на левое ухо, не больное. И это как бы опасно. И иногда требуется, да, нужно делать турундулы. Таким образом вы помогаете своему организму. И еще, девчонки, если хотите начать зарабатывать, пишите мне, я вас научу, как зарабатывать деньги. Для полной информации переходите по ссылке в шапке профиля. Асия, я вас поздравляю!